Вот так примерно организовано пространство по учебе. Вроде все то же, да, дневники, учебники, тетрадки. Но здесь еще стоит еда. Тут же компьютер. Условно домашняя работа. Она всегда домашняя, потому что... Условное задание на дом. 7 класс. Привет всем, кто на семейном образовании. Все трудности пройдут. Я уже 7 лет на семейном образовании. И ничего, стараюсь. Верьте, старайтесь. Пока я записывал это видео и пытался его смонтировать, произошло очень много событий. У нас с последней нашей встречи по семейному образованию, где такой образовался клуб единомышленников, у нас семья перевелась на семейную форму получения образования для своих детей. Двое парней стали учиться на семейном образовании. Хорошо, познавательно. Мне все понравилось. Все прекрасно, поучительно. Приходите. Лариса, почему надо быть на родительском форуме? Много плюсов, приходите. Остальное там. Спасибо. Так, Таня. Ну, я думаю, что-то новое зарождается. Все на семейное образование. В нашем, да. В нашей церкви что-то новое. И ты можешь сказать что-нибудь про семейное образование? Классно было, понравилось. И сразу скажу о нашем маленьком поражении. Да, такое тоже бывает. Один из этих двух парней уже вернулся обратно в школу. Я разошлю по email-адресам ссылки, активные рабочие ссылки с полезной информацией, и они обязательно будут в описании под этим видео. Привет из Питера. Пусть Бог благословит вас. Ну все, пока, до следующей встречи, офлайн или онлайн.